Вызов на бульвар Кронвальда в Риге пожарные получили около 3 часов дня. На первом этаже Института анатомии и антропологии горело подсобное помещение площадью 30 квадратных метров. Спасателям удалось быстро справиться с огнем. И после проветривания помещений сотрудники анатомикума смогли вернуться на свои рабочие места. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. В Минске сегодня стартовал чемпионат.